И всем привет, ребята! В этом видео я все-таки возьму последнюю букву русскую Е, но английскую И. Она находится, эта буква находится, вот, если кому интересно, эта буква находится вот тут вот. Сейчас я ее вам покажу. Она находится на мосту, то есть вот тут. И вы ее там сразу увидите, она находится на закрученном экране, на фонаре. Сейчас мы быстренько долетим туда, заберем ее. Я сразу просто без монтажа выложу это видео на YouTube, потому что мне просто хочется показать то, что я очень долго, весь сезон собирал эти буквы, и сейчас я лечу за этой последней буквой. В общем, давайте так, давайте судить логично. Тут вот они находились. А где? А где? Я все, конечно, понимаю. А где? У меня же вроде... У меня есть. А где? А, все. Ребят, сори, что протупил слегка сейчас. В общем, вот она, та самая буква, за которой я пришел. Вот она, буква Е. Но мне не хватает резов, чтобы до нее допрыгнуть. Поэтому сейчас давайте я быстренько добуду резов. Все, достаточно. А, выглядит нормально. Так. Все, ребят. Давайте. Минута молчания и... Последнюю букву я собрал, и все, ребята, я официально выполнил это задание. Я больше не буду искать буквы ни в этом сезоне, ни в сезонах следующих. И я бы хотел это отпраздновать великим падением. Все, ребят, спасибо, что посмотрели это видео, и всем пока.